have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Сейчас 5 утра, как говорит нам игра, и мы с вами в Before the Dawn. Это такой режимчик, такая игра, в котором намешано довольно много чего. Я думаю, интерьер, который здесь вы... Вот особенно вот эту вот лампу, ну, лампу, люстру. Вот, многие, кто играли вот эта люстра и вот этот вот шар. Многие, которые играли в Until Dawn, они признают это. Вот. Также сам стиль игры частично заимствован с того же Until Dawn, с того же Dead by Daylight и многих таких игрушек, интерьер и геймплей. Но все это очень гармонично сочетается и не чувствуется вырванным откуда-то. Да. Здесь можно, кстати, пока что подойти. Если и выпить это... стаканчик, да. Вот чего-нибудь. Если слишком много пить стаканчиков чего-нибудь, ты станешь слепым. Это да, это как в реальной жизни. Да. Итак, мы сейчас будем выбирать новую карту тут у нас. Раунд начинается? У меня просто темный экран, я не понимаю, что происходит. У тебя еще не прогрузилось. Кажется, у кого-то вылетело. Вот, интермиссия. Все. Ты здесь? Нет? У меня вылетело. Давай, перезаходи как раз. Пока что проходит интермиссия, выбор карты. У тебя есть примерно минутка. Здесь можно выбрать, какую карту мы хотим пойти. Есть вот снежная, есть аутпост, и есть Мурквуд. Спокойная. Тут чинить грузовик, тут чинить генераторы. Кстати, чинить генераторы, это вот как раз... геймплей взят из Dead by Daylight, да, согласен. Выбери чинку генераторов зимой. Куда пойдем вообще? Пойдем зимой, да. Может быть, починим геники, давайте. Вот так я проголосовал. Это хорошо. Тут есть вот такой милый скелетик, который начинает крутить головой. Очень милый такой. Очень классный, да, он стережет пиццу. Он взял себе этот кусочек пиццы, пару баночек ведьминого варева. Вот, остальная пицца у нас здесь. Я бы хотел уметь подходить и съедать кусочек пиццы, но мы можем только подойти и выпить чашечку вот этого другого варева. Тут у нас другой скелет-бармен, тоже. Понимаешь, очень прикольный. Если ты съешь пиццу этого скелета, он может с тобой что-то делать, потому что он охраняет эту пиццу. Я с тобой согласен. Ты здесь или здесь? Я здесь. А, вот, да, вижу. Вот, и еще мне очень нравится вот этот вот вид из окна, он обалденный. Сюда просто подходишь, и там снег. Призраки могут походить. Возможно, и призраки. Вот так вот это все смотрится. Довольно неплохо, на мой взгляд. Вообще, эту игру мы знаем уже довольно давно. Ну, как минимум года полтора, да? Если не больше. Да. Вот, и мы в нее раньше играли. Не то чтобы мы сюда очень часто заходим, но она такая какая-то атмосферная и под настроение очень заходит. Ну, тут у нас, как обычно, есть группа выживших, есть убийца, есть герой. Это довольно стандартно для многих Roblox игр, но здесь это все чуть-чуть как-то необычно, по-особому, поэтому да. Ощущается по-другому. Вообще, эта игра была сделана специально для ивента 2017 года. Вот. Есть такая информация, да, вот я об этом, ну, как бы, не знал до недавнего времени, мне рассказали, теперь, ребят, об этом знаете и вы. Так, ты где? Надо держаться вместе. Я бы не сказал, что надо... Блин, ты где? Ты уже куда побежал? Вот, я прям за тебе. Ты вот это вот? Я космический чувак. Я космос. А, тьфу ты, блин, я думал, нам скины поменяли, все, пойдем. Можно, кстати, отдалить. Я думаю, я выключу лампу, чтобы от нас меньше света исходило. И пойдем искать генераторы. Нужно починить 6 генераторов, чтобы сбежать. Иначе мы не сбежим. Если мы не починим геники, то получается, что убийца победит. Или если нас всех поубивают, убийца тоже победит. Там выход был. Я понимаю, но... Ой-ой-ой, надо бежать. Да-да-да, у нас уже осталось 5 часов, это мало.
Я слышу, кто-то чинит. Да, 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 тут уже чувак чинит генератор. Хорошо, пойдемте искать следующий. Надо подальше от них отойти. Их слишком громко слышно, убийца может к ним подойти по звуку. А тут не может быть? Нет, не может быть, не может быть, я понял все. А, и время идет. Идет. Блин. Не иди туда, не иди туда. Там кого-то убивают. Вон, там. Не в смысле не иди туда, там убивают чувака. В смысле не иди туда. Я понимаю, что его надо попробовать спасти, но это все немножечко сомнительно. Да кому это надо? А? Да кому это надо? Нам всем. Я бы, например, хотел, чтобы меня спасли, если что. Пока он вот в таком состоянии, к нему можно подойти и попробовать его спасти, откачать. О, один геник активирован. Хижина. О, я могу залезть в этот, на крышу этого дома? Сломанная хижина. Смотри, я могу реально залезть на крышу этого дома. Второй геник. Я на крыше. Почти дочинили. Третий геник, я начинаю чинить. Блин, они так близко находятся, но где? Ничего не поделаешь. Я... Где ты? Я здесь. Так, а... Давай пока на крышу залезем. Все, я начал чинить. Три геника уже завели, я завожу сейчас четвертый получается. Если меня никто не тронет. Я тебя не вижу. Блин, прям рядом все происходит. Пойду пока что спасу того чувака. Попробуй. Убийца-призрак, помни, если ты увидишь белого призрака, это маньяк. Я думал, это кто-то из наших. Все наши, конечно же, призраки. Ладно, спасибо, Кэп. Вот, я спас чувака. Молодец. Блин, время идет, я боюсь, что мы не успеем. Геники очень медленно чинятся. Ой, я вижу геник. Я его чиню. Давай. Я сейчас, если мне не помешают... Блин, одного нашего уже убили, второго нашего повалили на землю. Я пока что подожду 30 секунд, пока он не способен восстановиться, и я пойду его спасти этого чувака. А геник чинить? Ну а геник чинить, да кому он нужен? Иначе мы все не спасемся. Да, все, я починил еще один геник. А я чиню пятый геник. Есть, четвертый геник активирован. Супер, еще два. Ну секунду, погоди. Я уже почти дочинил пятый геник. А, это уже шестой последний. Да, кто-то завел геник. Круто. У нас уже два трупа. Я слышу. И третий валяется на земле, блин, это печаль. Я слышу призрака, мне страшно очень. Чини. Не могу, она не чинится быстрее. Почему нельзя просто, как всегда, со всей силы... Его два часа до рассвета. Все, починил. А, призрак! Черт! Где выход? Беги с шифтом, пожалуйста. Ой, я вижу выход, я иду к нему. Блин, меня бьют. Я не вижу выход, я не знаю, где выход. Такие белые. Вижу, бегу. Ух, я убежал. Второй. Ты убежал? Да. Вот, это выход. У меня силы закончились. Пожалуйста, сбеги! Да! Да, у нас получилось. Мы завели геники и просто сбежали от призрака. Что тут делает Шерлок Холмс? Ох, даже не спрашивай. Блин, это было прикольно. Да посмотри, тут Шерлок Холмс. Шерлок? Да, вижу. Прикольно. Тут, кстати, есть, да, таблица. Таблица никогда не врет, будь как таблица. Да, так вот. Ранг 5. У тебя ранг 43, ах ты ж мелкий. Ну да. Интересно, сколько людей еще спаслись? Да, ты у нас MVP, круто. И что такое MVP? Ну, игрок раунда. MVP. Вот. Класс. Это просто какой-то нубский убийца, знаешь. С одной стороны согласен, с другой стороны он-то три человека все-таки съел. Ну да, съел. Дайте мне рюмашечку. Опа. Черненького. Кока-колы выпью. Так, куда бы теперь? Я не знаю. А что значит проклятое, я забыл? Я не знаю. Есть, вон, зачините генераторы, соберите ключ. Или проклятое. О, проклятое, в общем-то, у тебя такое проклятие.
и тебе нужно собирать всякие штуки. Если ты их не будешь собирать, ты сдохнешь. Не хочу. Может, мастер-ключ или зиму? Куда? Зимой мы были. Да, мастер-ключ. Да, мастер-ключ, да. Пау-пау-пау-пау-пау. Привет, чувак. Поговорим? Что ты мне можешь рассказать? У меня есть убийца под названием Чайник. Когда ты в людей чайниками кидаешься такой. Мне нравится это название. Интересно. Я бы посмотрел на это. Не лично, со стороны. Пойду пока что выберу. Можно пока что зимние это посмотреть, виды. Блин, вот ощущения за окном здесь реально просто суперские. Знаете, вот моментально хочется оказаться в каком-то таком домике, где костер, камин, и за окном вот такая вот зима. Вот очень круто. Очень, да, вот нет, эта вот атмосфера. Все. А все уже. Я хочу, чтобы я не был убийцей. Я не успел выбрать. Прикинь, у тебя будет там, как кентавр, верхняя часть от одного убийцы, нижняя часть от другого. Было бы прикольно. Да, это было бы прям суперски. Так, начинаем раунд. Ой, я могу зайти пока что за это время в магазинчик. В магазин, да, можешь сходить, тоже начинаем, уже все. А все, уже все. Все, уже все. Э, почему? Все, я выбрал. Меня заглючило между картами, что происходит? Меня карта поймала. Карта поймала? Да. Да, да. А все, уже все. Ладно. У меня есть еще целых 70. А почему... Почему переназначили выбор карты? То есть, что было не так? Я не знаю. Ладно. Тут пойдем вот это вот на портовую карту. Это тоже починка генераторов. Что у нас тут? Майер. Снег. Почините грузовик. Или парковочная зона. Почините грузовик. И порт. Чините генератор. Но в любом случае я двинуться-то не могу. Я же не знал, что будет перевыбор карты. Я стоял себе, любовался, и меня, короче, заперло здесь. И я не могу теперь выйти. Круто, блин, спасибо. Сейчас еще... Пожалуйста. Да, да, я знаю, знаю. Вы очень любезны. Хм. Я сейчас могу купить какого-то убийцу или же героя. Так. А, я теперь вообще застрял. Да, да, да. Если постараться, ты можешь оказаться за этим окном. Не надо, там холодно, я не хочу. А я хочу там побыть, там классно. Я же космос, я и так хвой. Так, знаешь, детка, ты просто космос. Ой, я герой, а ты убийца. Ой, блин, ну ладно. Я на самом деле не хотел быть убийцей, но... Окей, ладно, игра. Я просто паладин. Давайте попробуем. Интересно, какой ты убийца? Плохой, например. Да. Такой себе из меня убийца. Сейчас. Да нет, от меня люди сбегут, я уверен. А я не уверен. Например, там, не знаю, в Murder Mystery там прикольно быть убийцей. Ну, не то, что прикольно, там это все динамичнее выглядит. Здесь я очень плохо знаю механики убийц. И я вообще не знаю, кто у меня сейчас убийца. Я когда-то что-то выбирал. Это было очень-очень давно, и я даже не знаю, кто у меня сейчас убийца, кем ты я сейчас играть буду. Ты мог бы сходить в свой инвентарь? А, я Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Да. Нормально. Он точно убийца вообще? О, вот этот звук очень крутой сейчас был. Убей всех выживших. Блин, он так... Во, блин, круто. Я не помню, это то ли легендарка, то ли редкий скин, но... Это просто редкий скин. Это редкий скин, но он очень крутой. Он даже не супер редкий. А? Он даже не супер редкий. Даже не супер редкий, но он супер классный. Блин, если бы ты слышал, то эти звуковые эффекты, он идет такой в маске. Так, 4 выживших. Привет, чувак. О, ты просто чини генератор, да и ты ничего не знаешь, где я и что я. Так нечестно! Ты мелкая тварь. Он запрыгнул, я не могу запрыгнуть, он от меня упрыгивает. Ну ты умеешь прыгать. Как? Просто F? На спейс. Нет, ну я же не запрыгиваю наверх. Не
А он запрыгивает наверх контейнера, я говорю, фиговый из меня убийца. Ну вот, там только что у тебя был способ подняться на контейнер. Где? Прям за тебя, там где ящики были. Вот это? Да. Да, ну, как бы да, но он просто возьмет, потом спрыгнет и все. А, я не могу. Оу. Спасибо. В принципе, если ты супер темный, там хорошее место, чтобы спрятаться. Я супер темный с супер светящимся мечом, блин. Ладно, я его там разочек по... Блин, уже один геник активировали. Я его разочек там по горбу огрел. Какой один? Два геника. Ничего не знаю. Блин. Четыре выживших осталось. Ой, я, кажется, понял то, что ты меня видишь. Ра-та-та. Я пока что убегу там, потому что... Не-не-не. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, за вами уже выехали. Я слышу, как мое сердечко начинает сильнее. Три геника! Я серьезно говорю, из меня фиговый убийца. Я уже четвертый активирую. Ну, короче, чтобы играть за убийцу, нужно знать, где находятся точки генераторов, где находится всякое такое, чтобы ходить это проверять. Это основа из того же Dead by Daylight. То есть, когда ты знаешь карту, ты знаешь, куда тебе нужно идти проверять и что тебе нужно проверять. Я карту вообще без понятия. Тут геник. Вот тут геник уже заведенный, нормально. Я не могу его ломать, как в Dead by Daylight, нет? Нет, не могу. Ой, это я денег этот завел. Молодец. Какой умница. Вообще, я увидел только одного Сурва, и тот от меня сбежал. Вообще, как вам такое, что у Сурва есть возможность сбежать? Здравствуйте. У меня есть моя способность. Знаете, почему я меня? Я ж по дыханию тебя слышу. Почему я его не догоняю? Потому что он большой, ты можешь догоняться за ним, пока у него не закончится энергия, и потом он сбежать и удержит. Чувак лежит на стене, нормально, как... Да блин, ты его дозовел, что ли? Нет. Шифт, работай! Нет! Работай! Мне пофигу на это. Я не догоняю! А, не трогай меня, не трогай! Блин! Отстань. Да я сейчас за тобой... Почему у меня меч такой короткий? Я дочиню генератор. Ой, я дочиню генератор, все, он ранит меня. Ау. Больно! Не трогай меня, мне больно. Геники дочинили, вы что, офигели, что ли? Все, я бегу просто на выход. Отстань от меня. Что моя суперспособность делает? Да ну нафиг, иди отсюда! В смысле сюда! Ты что, сбежал? На лодке! Я тебе сейчас лодку продырявлю! Все, я уже моментально за одну секунду уплыл отсюда. А, ну короче, да, я проиграл. Ты можешь уходить, выход и все. Да я не... Ну тут их несколько, понимаешь, в чем прикол? А, чтобы не было читерского. Ну да! Ну да. Три выживших осталось. Интересно, того чувака подняли, которого я убил, или нет? Не знаю, наверное. Блин, если вот сейчас будет эпический провал, если вообще от меня все сбегут, хотя, в принципе, я так и говорил, что от меня все сбегут. Ну, не знаю, мне немножечко не понравилось, что у меня нет ускорения, что я, в принципе, не скорее. То есть, вот сколько я бегал за чуваками, махал мечом, тупо не мог попасть, потому что, ну, был в каком-то одном миллиметре дальше, чем надо. Ну, как бы такое. И это еще одна причина, по которой я говорю, что я здесь не очень люблю быть убийцей. Вот, короче, да, Дарт Вейдер остался с носом у нас. С другой стороны, если вы сейчас остаток не сбежит за 19 секунд, то я выиграю. Три человека. Куплю-ка я, пожалуй, целых два убийцы. Ну, давай, попробуй. Так, 6 утра, давайте. Бам! Все выжившие убиты. Серьезно? Ну так было написано.
А, да, победа выживших. А почему я не МВП? Ну, чувак заработал больше очков. Я же починил целых два генератора, я оглушал тебя. Так-то по-хорошему я не понял, что делает моя способность, потому что я два раза нажимал, но не происходило никакого эффекта, возможно, что-то, чего я не заметил, происходило. В общем-то, ты просто брал, я подвешивался, и ты меня душил. А, это вот это, сила, я понял. Ну, в общем, значит, один раз не сработало, сработало только второй раз. Ладно, ребят, на этом, наверное, тогда у нас сегодня все. Вы посмотрели, мы поиграли, надеюсь, вам понравилось. Тоже заходите играть, очень рекомендуем эту игру, этот режим. Вот, а мы уже, наверное, пойдем. До встречи в остальных бесконечных мирах Роблокса. Спасибо, что были с нами, всем... До встречи, всем добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.